На праздник собравшимся, величаво шагая, пришла главная виновница торжества – весна. Символично, что праздник был устроен именно 30 марта. В этот день на Руси отмечали праздник Ледодения. Люди воспевали матушку природу, которая проснулась после долгой зимы. В древности торжество сопровождалось хороводами и плясками. Организаторы праздника не стали нарушать добрые традиции и тоже устроили весьма веселые проводы затянувшейся зимы. На площади была устроена и настоящая выставка скворечников. Ребята позаботились о том, чтобы к приходу весны прилетевшим птицам домой было где поселиться. Всего за время акции «Позаботься о перелетных птицах», устроенной сотрудниками управления образования мэрии Черкесска совместно с предприятием «Зеленстрой», было собрано более 700 скворечников, сделанных школьниками. Все кормушки в скором будущем будут установлены в парке отдыха «Зеленый остров» и на пришкольных территориях. Мы сделали в основном для бедных птичек, которые без дома. Так как пришла весна, мы решили сделать птичкам подарок. Сейчас самое время забросить подальше в шкаф теплые куртки и ботинки и достать кроссовки, спортивный костюм, мячи, ролики и быстрее на улицу. Сегодня у ребят появилось новое увлечение. Они осваивают езду на роликовых кроссовках. Некоторые из школьников уже достаточно лихо перемещаются в новой обувке. Степрайдеры, именно так называют себя ребята, которые умеют виртуозно кататься на них, призывают своих сверстников последовать их примеру. Можно ходить просто или кататься. Это лучше, чем ролики, я вам скажу. Это класс. Вслед за выступлениями степрайдеров на площади начались спортивные состязания. Разделившись на команды, участники детского праздника начали соревноваться в ловкости и быстроте. Но несмотря на победу учеников третьей школы в первом конкурсе, все же самыми быстрыми оказались ребята из 18-й. Третье, не менее почетное место заняли спортсмены 7-й школы Черкесска. Вскоре спортсменов сменили хореографические и вокальные коллективы республиканской столицы. Весь день на площади звучала музыка, поднимая весеннее настроение горожанам. Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.